Всем привет! В комментариях под видео, в котором я делаю ЦКТ из пластиковой кеги, можете посмотреть на моем канале недалеко в предыдущих, в комментариях прозвучала мысль, что это небезопасно. То есть говорилось про оторванные руки, про железные яйца и так далее. Поэтому сегодня решил показать вам, что же может быть, если делать все эти процедуры неаккуратно. Давайте посмотрим! Что будет? Сдувается кега просто и все. И ни хрена не произошло. Ну что, ребят, кега просто сдувается. Никакого бах, ничего нету. Вот мы греем ее феном. Вот у нас горячий воздух. Ничего не произошло. Давайте еще сделаем вот так. Нагреем ее сбоку. А! Ну, в общем-то. В общем-то и все. Давайте попробуем повторить результат. Закрепим его, так сказать. Дубль 2. Оба-на. Отходим. Оба-на. А вот тут было интереснее. Это как раз таки кега давление не стравило. Ну что ж, красиво. А вот там у нас вторая часть кеги. Вот она туда улетела. Опа. Сейчас мы попытаемся по снежочку ее достать. В общем, метрах на 10 она остановилась об препятствие. Так что будьте осторожны, если будете делать что-то подобное. А лучше сделать вообще из нержавейки. А может купить. Кому как проще. Тирям-парарам.